мои дорогие слушатели, я очень волнуюсь, но я там думаю, что у меня сегодня все получится. Скажите мне, пожалуйста, слышите ли меня или видите, и видите? Если слышите и видите, поставьте, пожалуйста, там плюсики, галочки, кто что. Ой, замечательно. Все хорошо, значит, да? Почему-то мы установили презентацию, но она по какой-то причине не вышла у нас. Не знаю почему. Ну ладно, будет без презентации тогда. Буду рассказывать так и буду показывать вам баночки. А сегодняшняя наша с вами тема будет о том, как ухаживать за зрелой кожей лица. Это, наверное, у многих наболевшая тема, но я так думаю, мы с вами работаем в такой компании, что мы с этой темой, с этой проблемой, надумаем, можно сказать, мы с ней справимся. Мы как можно чаще подходим к зеркалу порой, да, и смотрим на свое лицо, и все время видим морщинки. И мы расстраиваемся, переживаем. Но я так думаю, что ну, не надо расстраиваться из-за этого, потому что в любом случае мы свои морщинки, если будем с вами любить, то они могут с вами исчезать. Потому что это действительно есть такая возможность в нашей потрясающей серии «Эколлаген». Что такое вообще зрелая кожа? Зрелая кожа, если вот, как я уже сказала, мы видим морщинки, кожа становится более дряблой, обвисает кожа, но это тоже не проблема. В принципе, любая кожа, любой возраст имеет разные моменты в своей жизни, ведет себя совершенно по-разному в разные моменты. И что такое увядание? Это и есть особое состояние кожи. Увядание, и сухая, и комбинированная, и жирная кожа, то есть с этим мы ничего поделать не можем. Но мы можем с ней бороться, с этим явлением бороться. Каким образом? Ну, во-первых, существуют не только крема, с которыми мы будем бороться в дальнейшем, да? С помощью которых мы будем бороться в дальнейшем. Ну и существует еще возможность, это как можно меньше после 30 лет загорать на солнышке. Это очень пагубно влияет на нашу с вами кожу. Далее, не забывать, конечно, и о витаминах, о наших потрясающих продуктах wellness. Это витамины, коктейли, супы. То есть это настолько замечательный продукт, что мы с вами в нашей компании можем овладеть не только внешним видом, да, но и изнутри. Ограничить потребление сладкого. Но это действительно так, потому что с возрастом мы с вами понимаем, что сладкое влияет только в худшую сторону, хотя мы это очень любим. Сказать нет, понятно, загару, да, это который солярий. Как можно больше минимальные калории. И вредные привычки, если у кого-то они еще остались, надо их оставить ну, там, в стороне, сзади, в прошлой жизни, потому что это действительно очень сильно влияет. Так. Что тут написано? Все хорошо. Все хорошо, значит, у нас, да, все слышите и видите, да, тут я не поняла, слышите и видите. Вот, то есть, правильные привычки, они тоже очень сильно влияют на наше здоровье с вами. Найдите какое-то спортивное увлечение и занимайтесь им, потому что спорт – это очень хорошее подспорье в дальнейшем нашем возрасте, да, потому что действительно спорт очень хорошо влияет на наше состояние здоровья. И компания Reflame не исключение, она также делает для нас все для того, чтобы мы с вами не только молодели, но и стройнели. Так вот, давайте поговорим о том, как мы можем молодеть с нашей компанией. Компания Reflame создала замечательный продукт, я считаю, это ноу-хау у нас, наверное, в косметической компании, это серия коллаген. Все вы про нее прекрасно знаете, все, наверное, пользуются. Кто пользуется, поставьте плюсики. И дело в том, что от этой серии реально идет замечательный эффект. Что дает серия коллаген? Вообще, что это такое? Серия коллаген – это разработано в нашем научно-технологическом центре. Замечательно. Все пользуются, все любят ее, да? Серия коллаген разработана в нашем научно-технологическом центре. Разрабатывали ее очень долго, исследования проходили на людях-добровольцах, которые получали за исследование своей кожи просто за оплату, поэтому качественная продукция. И серия эта, она необходима нам для того, чтобы мы могли свою кожу питать, увлажнять. И серия коллаген разработана на основе стволовых клеток растений.
И эта функция, это в нашей морщинке выталкивается изнутри. То есть вырабатывается коллаген, и наши морщинки выталкиваются изнутри. Поэтому я вам в начале моей презентации сказала, что не бойтесь своих морщинок, а полюбите их и начните за ними ухаживать. Что входит в серию коллаген? Что в нее входит? Так, у нас есть очищающие средства, да? Я на себе показывать не буду очищающее средство, потому что я не смогла выйти не накрашенной, поэтому я буду просто образно показывать. Кто-то, я смотрю, кто здесь присутствует, все уже об этом знает, но я буду образно просто рассказывать, как это можно применить на мастер-классе. Потому что в дальнейшем я расскажу о том, как здорово сейчас, что сделала компания для того, чтобы мы с вами этой серией могли даже квалифицировать людей. То есть серия... И коллаген состоит из пяти, это вот базовая серия состоит из пяти, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, из шести баночек, но есть еще замечательные подспорья. Вот, первый этап – это очищение, активное очищение гель-пенка. То есть я этой гель-пенкой пользуюсь постоянно в течение трех месяцев, да. Что я ей делаю? Я наношу гель-пенку на лицо, разношу ее. И вот этим замечательным средством, замечательным массажером, массажер, наверное, у кого-то есть уже, да, у кого-то нет, у кого есть, поставьте плюсики, аппарат для очищения кожи. У кого есть такой аппарат и кто им пользуется? Вы знаете, я этот аппарат, в общем-то, у меня был старый аппарат, он лежал, у меня долго две насадочки у нас тоже менялись, но его нельзя было мочить под водой. Когда я пришла к моему вышестоящему спонсору, говорит, мы были в гости, она мне забрала в ванну, говорит, Оля, без этого жить нельзя. Она дала мне попробовать, и как вы думаете, в следующем своем заказе, естественно, я заказала этот уникальный аппарат для очищения кожи, да? Если кто-то не знает, код этого аппарата 27740. Аппарат называется SkinPro. Для лица аппарат SkinPro. 27740 его код. И есть еще насадочка, которую нужно купить, потому что она все-таки изнашивается, это насадка. И насадка для аппарата 27968. То есть я наношу крем, очищающее молочко, пенку на лицо, и массажные движения в течение часовой стрелки я разношу вот эти вот, вот эту пенку. Что происходит? Моя кожа как можно глубже очищается, моя кожа как-то больше, как моя кожа начинает лучше дышать, очищаются клеточки, убирается ороговевшая кожица. И поэтому моя кожа начинает по-другому говорить мне спасибо. Говорить мне спасибо же за то, что я ее ухаживаю. И причем не забывайте никогда об области шеи и груди даже можно. То есть также можно массировать этим массажером именно эти вещи. Дальше. Как только я все сделала, очищение произвела, я прохожу по лицу ватными дисками, где они у меня, тоником. Наношу тоник на ватный диск и массажными движениями по массажным движениям тоников я выбираю остатки загрязнения и закрываю поры. То есть тоник, функция тоника у нас это очищение до конца пор и закрытие пор. Для того, чтобы в дальнейшем я могла наносить уже крема, либо ночной, либо дневной и сыворотку. Дальше. Наносим все это по массажным линиям, так же, как и крема. Нанесла я, закрыла я поры. И далее я наношу крем вокруг глаз. Где у меня крем вокруг глаз? Крем вокруг глаз я вам покажу. То есть это замечательный крем. Он находит, этот крем с шариком. Что он делает? Помимо того, что он хорошо-хорошо питает, кожу увлажняет, борется с морщинками, он еще, я тебе покажу, здесь у него есть такой шарик, который еще и массирует нашу кожу вокруг глаз. Дело в том, что наша кожа вокруг глаз, она более тонкая, чем кожа лица, и поэтому к ней нужен особый уход. И вот этот шарик, он как раз делает ту вещь, он помогает нашей коже становиться более бархатистой, красивой и ухоженной. То есть этим шариком мы проводим внутрь глаза, так это, чтобы видно было внутрь глаза, и проводим это утром. И утром, значит, внизу и вечером, на ночь мы проводим этим шариком только внизу.
И причем вот это вот использование, это вот дверь, ага, как получается, если вы как можно лучше за собой ухаживаете, и эффект у вас получается в зависимости от интенсивности использования вашего, ну, ухода за вашей кожей, да? То есть крема мы поняли, как мы наносим, да? Дальше крем вокруг глаз мы нанесли, дальше мы берем, если это день, берем дневной крем. Дневной крем у нас с SPF-фактором 15. Мало того, что дневной крем у нас тонизирует кожу, да, он смягчает ее, увлажняет. И также защищает нашу кожу от солнышка. Что такое SPF 15? 15 – это то число, которое защищает нашу кожу от солнышка. Время. 15 умножаем на 10, получается 15, получается 150 минут. Это получается полтора часа в нашу кожу вообще не проникают солнечные лучи. Мы можем пользоваться не только дневным кремом, у нас еще тональная основа, которую мы в дальнейшем будем проходить. Крем мы также наносим по массажным линиям. Сейчас я вам их покажу, что происходит. То есть на лбу у нас мы наносим, то есть сюда вот нанесли вот таким вот, да, подбородок. Начинаем от низа подбородка до низа, до ушек, до низа уша, далее от уголков рта до середины ушка, и здесь немножко вот такие прихлопки. Все наносим крем прихлопочными движениями. Не забываем взять на шее, а шея и о подбородке. Делаем массив, нанесли, поставили точки и делаем массирующие движения. Подбородок снизу вверх, боковая часть сверху вниз. Так как мы здесь делаем массаж и убираем наш второй подбородочек, ну и убираем то, что у нас здесь слегка обвисает. Потому что с возрастом не секрет, это действительно так и происходит. Но крем и коллаген настолько хорош, что со всеми этими моментами, о которых я вам говорю, он борется. Дальше. Дневной крем мы наносим днем. Ночной крем мы наносим, естественно, ночью. Ой, забыла про сыворотку. Дело в том, что у нас еще уникальная сыворотка. Так. Дневной крем. Антиперспирантный тоник, разглаживающая сыворотка с коллагеном, с эффектом лифтинга. Причем я вам не сказала коды, если надо будет, я вам коды скажу. С эффектом лифтинга. То есть эта сыворотка наносится перед кремом. Нанесли сыворотку также по массажным линиям. Сыворотка у вас начинает работать значительно лучше и поступает в кожу значительно глубже. Поэтому в процессе, когда вы будете наносить дальнейший крем, либо ночной, либо дневной, ваши крема также глубоко будут проникать в кожу за счет совмещения со сывороткой. И сыворотка, она еще как функция лифтинга делает подтяжку нашей кожи, поэтому это вещь необходимая, и ей пользоваться можно и утром, и вечером, и перед дневным кремом, и ночным кремом. То есть про серию коллаген я, в принципе, вам рассказала, ни о чем вроде бы не забыла, да? Дальше мы с вами поговорим более подробно, что ли, об очищении нашей кожи. Дело в том, что мы не всегда можем это сделать, да, и у нас есть еще такое замечательное средство. Это средство 3 в 1. Это множество компаний, которые мы с вами можем брать в дорогу, можем просто-напросто использовать иногда, но постоянно это средство использовать нельзя. И коллаген не только очищает, это вот тоник, про который я вам говорила, но он еще и содержит альфа-гидрокислоты, которые позволяют тонику осветлять нашу кожу, отшелушивать и увлажнять. Вот такие функции делает тоник. Представляете себе? Ну, про остальные крема я вам, в общем-то, более-менее рассказала, да? И поэтому мы с вами дальше переходим к дальнейшему уходу. А, нет, давайте я вам, знаете, еще расскажу, что сейчас еще о том, что, потому что потом уже поздно будем про это рассказывать, что сейчас расскажу полностью все про серию коллаген. Дело в том, что компания нам, если вы в курсе, подарила такое уникальное предложение, что сейчас на серии коллаген увеличились баллы, если вам это известно, поставьте галочки, увеличились баллы сейчас за серию коллаген. Если раньше было 70 баллов, то сейчас за полную вот эту серию из 6 баночек коллаген компания дает 100 баллов.
набор этой серии, ну, код этой серии 54-53-27, и вся эта серия будет вам обойдется 100 баллов. То есть, в принципе, если вы пригласите новичка в свою команду, если вы проведете ему упор за кожу лица этой серии, вы четко сделаете, квалифицируете человека, и он у вас получит 100 баллов. И вы квалифицированный рекрута. Если человек делает 100 баллов, мы что знаем? Человек получает дополнительно 5% к своему заказу. Да? То есть 5% у него будет скидка. И новичок доволен и несчастлив. Так как у нас идет с вами программа, но на Турцию, да, и то есть люди сейчас действительно могут очень спокойно квалифицировать своих людей на Турцию таким образом, заказывая серию коллаген и получая множество привилегий с этим. Причем, смотрите, цена не изменилась, если баллы прибавились, то цена не изменилась. Цена осталась для клиента та же, 3599 рублей, а для консультанта 2951 рубль. И прибыль та же осталась 648 рублей. Поэтому это очень выгодно не только нам, но и клиентам. Если человек увидит, что он, купив эту серию за такие деньги, он сэкономит почти 700 рублей, 650 рублей, я так думаю, он будет доволен. И, соответственно, он еще сэкономит целых 149 рублей в регистрацию, если в этот мастер-класс проведет в течение 3 дней. То есть здесь можно увидеть, как можно сказать, несколько зайцев сразу. Так, дальше. Мы с вами нанесли крем. Теперь мы начинаем с вами, как каждое утро мы проходим, ну, будем наносить макияж, да? То есть мы берем с вами тональную основу, основу под макияж и наносим на наше лицо эту основу. Основу я тоже наносила, поэтому носить не буду. Основа наносится также по массажным линиям, вы наносите как крем, нанести надо буквально немножко этого основы под макияжа, и ваша кожа будет правильно принимать остальные компоненты, которые вы будете наносить в дальнейшем. Нанесли мы основу под макияж по всем массажным линиям. Далее берем тональную основу. Тональная основа Джордан – это шикарная вещь, которая делает вашу кожу более эластичной, более красивой, придает бархатистый цвет. То есть тональная основа – это самая лучшая тональная основа. В тональной основе у нас есть сейчас замечательная кисть. Это кисть, которая правильно наносить тональную основу. Мы берем тональную основу, наносим ее на ручку слегка, да. Тональную основу, в общем-то, особо много не надо. Берем кисточкой и разносим круговыми движениями по нашему лицу. Тональную основу, в общем-то, я наносила, но я нанесу еще немного. То есть разносим всю тональную основу по нашему лицу такими круговыми движениями. Разносим тональную основу, и наша кожа, вот это, и не забываем обязательно про шею. Шея – это обязательная наш уход, потому что это наш вид, что мы с вами имеем в дальнейшем будем, да? Какой у нас будет подбородок, подтянутый или не подтянутый. Так, нанесли тональную основу, берем дальше консилер, наносим небольшое количество консилера на пальчик, да, его надо буквально немного, и вот такую точечку разносим под нашим веком. Консилер что делает? Дело в том, что наша кожа вокруг глаз, она, я уже так говорила, очень тонкая, и цвет кожи не совпадает с цветом кожи на лице. И поэтому этим консилером мы делаем как более выразительный взгляд, подчеркиваем наш взгляд этим консилером. И под вторым глазом, сейчас я в зеркало посмотрю, что я делаю, а то я в этой камере не вижу. Нанесли консилер вот этим пальчиком, наверное, вы его все знаете, почему мы этим пальчиком делаем, потому что он у нас самый мягкий, и на нем нет нервных окончаний. С этого пальчика берут кровь из пальца, да? Далее. Консилер мы с вами нанесли, да, теперь берем корректор для бровей, гель для бровей, и также рисуем этим гелем наши брови. Бровь я его тоже себе нанесла, сделала, да, то есть этот корректор, он очень хорошо наносит, он питает наши брови, да, то есть это действительно та помощь, которая необходима нам с вами. То есть если мы с утра нанесли корректор на брови, мы в течение дня спокойно с вами можем ходить и не волноваться о том, что наши брови не имеют ту
форму, которую создали, что-то с ним произошло. То есть корректор настолько надежный и настолько правильный, что мы можем спокойно им пользоваться и не переживать за наш внешний вид. Так. Да, я тоже, Леня Ковалина пишет, я в восторге от аппарата, и я тоже от него в восторге. И поэтому надо, чтобы наши консультанты все абсолютно пользовались этим аппаратом. Во-первых, это действительно хорошо для нашей кожи. И, естественно, это тоже баллы, которые принесут нам с вами тоже какой-то успех в этом. Дальше. Что мы с вами на разброде, да? Теперь мы берем с вами хайлайтер. Где у меня кисточка. И делаем конструирование нашего лица. Дело в том, что у нас с вами, в общем-то, кожа, вернее, вид на, как это сказать, дело в том, что мы можем с вами создавать наше лицо. Так вот, есть у нас такой хайлайтер, вот на таком наборчике, мы вообще отдельно есть, да, в таком наборчике вот этот хайлайтер, мы его берем и слегка осветляем нашу кожу, делаем более светлой. Здесь рисуем треугольничек вот таким вот образом и его ретушируем. И в дальнейшем еще делаем вот здесь вот такое движение, вот тот треугольничек вот здесь вот. Это мы просто-напросто наше лицо делаем более выразительно и убираем вот эту отечность. То есть когда у нас здесь более светлое находится, да, оно весь вид у нас, вернее, взгляд падает на эти наши светлые с вами треугольнички, и вот это вот осунулось, допустим, если есть кожа осунувшаяся у кого-то, да, у нас ее точно нет, она не так уже смуглая, или не так уже видно. Дальше мы берем румяна, и также кисточкой мы наносим румяна на наш уже сделанный макияж, да. Про тушь я вам не говорю, это естественно так, то есть тушь, вы знаете, что тушь мы наносим. Тушь у нас очень хорошая, тушь очень разная. У нас есть объемная, есть удлиняющая. То есть здесь есть тушь на любой вкус и на любой цвет. Поэтому вы можете своим консультантам рекомендовать наши туши, независимо от того, какая цена, туши все хорошие. И можете рекомендовать абсолютно все туши с нашей компании. Причем сейчас очень хорошая серия, сейчас в каталоге идет тушь, не помню, как она называется, красный, черный, на последней страничке. То есть там цена совершенно уникальная, поэтому можно и ту тушь также рекламировать. Так, давайте продолжим дальше. Берем наш румяна, и румян у нас в шариках. В эти шарики их есть не надо, пить не надо. Как это раньше делали люди, теперь на все уже знают. Наносим на нашу кисточку румяна, пихаем слегка. И наносим наши румяна на скулы. То есть у всех контур лица разный. Есть овальный, как у меня, да, длинный такой. Есть круглый, есть квадратный. То есть румян наносится по-разному. Допустим, если овальный круг лица, как у меня, наносится по скулам. Вот такими движениями, да. Туда, эту сторону и эту сторону. Если у человека квадратное лицо, мы наносим сверху вниз. Для того, чтобы сделать более... Нет, квадратный вот так вот, все неправильно, вот так вот делаем, запуталась, ладно. Катя, как квадратный? Ну ладно, скажи. Вот, правильно говорю тогда. Если квадратный контур лица, мы делаем с вами вот так. Мы делаем с вами вот так, мы как бы уменьшаем наше лицо. Если круглое, то мы делаем вот так. Так, нанесли румяна, и теперь нам с вами осталось только... нанести помаду, и весь наш макияж с вами готов. То есть где у нас помада, я буду пользоваться блеском и нанесу блеск на губы. Дело в том, что блеск надо наносить тоже аккуратно. Если вы начнете наносить блеск и после этого будете делать вот такие движения, ваш блеск весь растечется по губам, и очень многие говорят, ваши блески растекаются. Но у народа есть такая привычка, и поэтому их надо предупреждать, что такое движение смыкание губ совершенно делать не стоит, потому что на самом деле блеск не течет, потому что вы сами его просто-напросто выдавили. Начинаем наносить блеск. Много его не надо. Растушевываем хорошенько, так разносим. И вот у нас с вами
утренний образ уже готов. Да? То есть мы с вами нанесли макияж, очистили лицо, кожу подготовили к выходу на улицу. И можно спокойно уже сейчас выходить на улицу и заниматься нашей с вами замечательной работой, это анкетирование, это работа с каталогами и работа по интернету. Но вы знаете, у нас еще есть замечательная новость, которую я вам еще не говорила. Дело в том, что... Так, насадку надо менять каждые 3 месяца. А, это Оля мне дает. Ага, спасибо тебе большое за комментарий. Ну да, на самом деле насадка быстро уходит из строя, ну, потому что она действительно очень тщательно работает. Я вам хочу сказать еще о том, что серия коллаген 19 мая 2015 года, это дневной крем против морщинок коллаген, получил премию Top Beauty Award 2014 и был назван лучшим средством антивозрастного ухода в категории Mask Market. То есть дело в том, что наш крем занял такую премию. Вы чувствуете, чем это пахнет, да? То есть на самом деле наша серия коллаген настолько хороша и настолько любима нашими консультантами, нашими клиентами. И мы гордиться должны этим, потому что действительно серия коллаген настолько эффективная. Я уже пользуюсь, наверное, второй раз этой серией и постоянно получаю комплименты от своих клиентов, от своих консультантов и от знакомых. И люди, глядя на меня, тоже спрашивают, чем я пользуюсь, начинают брать эти серии, начинают пользоваться и благодарить. Очень многие, те, кто совершенно никогда не брали эту косметику, я дарю им пробнички, когда-то у нас были пробнички, покупая пробнички, это коллаген, и всем своим клиентам, которые у нас есть, я эти пробнички дарю, вкладываю в заказы, которые я им отдаю. И люди после... как попробуют эти крема, начинают мне также за вас заказывать эти серии, даже сериями. И поэтому мы с вами должны гордиться нашей компанией, что наша компания заботится о нас с вами, что наша компания все делает для того, чтобы мы с вами молодели, стройнели, здоровели, потому что на самом деле это все делается для нашего блага. Для нашего блага, для нас, для наших семей, для наших близких, для наших знакомых. Ну, время, наверное, я все заканчиваю на этом, да. Я так думаю, что-то я вам донесла, если смогла, да, потому что на самом деле выступать на камеру оказалось волнительно, но ничего, я собралась. Что-то, может быть, сказала не так, что-то сказала хорошо. Ну, я думаю, в дальнейшем будем учиться, будем стараться делать все это значительно лучше, интереснее. Большое спасибо за внимание. Пока-пока.